дождь поменьше стал. Ну, вон так и... Здрасте, товарищи, подруги и други. На улице не Насти. Да, здрасте, на улице не Насти. У нас интересная весть. Весть у нас интересная. Виктор, тебе привет за эту весть. Только что с ним разговаривали по телефону. Он нам сообщил очень радостную новость. Извиняюсь за шмыганье, опять аллергии задал. Поля чудес вспахали. Непланируемые. На улице дождик поливает. Вот, пока сейчас едем посмотреть. Вспахали в грубую, но не планировалось. Сейчас приедем, посмотрим, после этого поедем еще в одну посадочку погуляем. Дядя Витя с нами не мог сегодня пойти, к сожалению. Ну это ладно, это еще находимся. Вот. Сейчас поедем, посмотрим, что они там напахали. Говорят, там кругом все перепахали, поскашивали. Сейчас доедем, я вам покажу, что там на пляжу песочном. Вот как я и говорил, вон трактор стоит. Ух ты, красота! Уже вылезать не будем, поливает жутко. Вот оно первое. Поле. И вот здесь, как сказали, сперли трубу. Здесь труба лежала. Разборы полетов были. Такие вот херовины. Где тракторист? Тракториста не видать. Ладно, оставляем, но радость. Дождик подутих. Ездим, ищем еловые посадки. На предмет советов и грибов. Что дождь опять влупит. И сейчас возможно ходить только в таком режиме. Да, чудо-поля прям порадовали нас. Что-то никак успокоиться не можем. Слюна течет. Да. Так, нам куда-то... Вот сюда вот на мапу. Где съезды? На край-то нет. Подожди, там, по-моему, был проезд. Или же идти вот по... Это что такое у нас здесь? Не посадка случайно? Нет, это овес. Не, вот лесок. Да нет, нам надо вон туда, вдоль. Значит, разворачиваемся и идем это. Да вот он. Кто? Заезд. Куда? Здесь. Утаптывать им овес, это да нафиг надо. Либо леса. Да, сейчас там попробуем проехать. Ладно, разворачиваемся. Итак, сейчас краем боком, чтобы овес не топтать. Здесь вот проползли, бросили. Вот там начинаются посадки. В общем-то, там были какие-то дороги. Походить имеет смысл, потому что здесь очень старая церковь. С погостом, со всеми делами. Устанавливают ее, кстати говоря, что, в общем-то, радует. Что не может не радовать. Здесь особо мы не лазили. То есть, помните, ельник в прошлых видео был, где мы ямы дымовые нашли. Это вот следующий каскад полей. Потом за ним следующий, тоже посадка. Там мы в том году, по-моему, пятак катим, там всякие находки, этот Скобелев типа значка находили, что-то еще. То есть каждый какой-то перелесок что-то давал. Может быть, и здесь что-то найдем. А может, и не найдем. Может, грибы найдем. Вот. Поэтому смотрим вперед и останавливаемся. Жесть. Посадка оказалась достаточно резкой, редкой, вперемешку с березняком. Да, грибочки собираем, ходим. Дождь льет, будем уезжать, наверное, скорее всего, в наш, вот который в прошлый раз мы ковырялись, где ямы были. Там хотя бы ходить можно под дождем, там густое, а здесь нет. Мы будем через час, как эти, как будто искупались. А так вот, такая красотень. Короче, заехали прям в ельник. Как вы видите, даже в ельнике дождь, зараза, пробивается. Я чувствую, у нас веселенькие выходные будут тут с этими дождями. Ой, блин, нет, не вариант. Попольет? Угу. Ладно, ждем. Так, Любка ушла за грибами.
Глазик. Сейчас пережидаем, будем ходить рядом с машиной. Ну, хочется походить-то, хочется. Но я чувствую, все выходные у нас такие будут. С переменным мокрым успехом. Мокрые выходные. Вот. Что завтра были планы подальше поехать в одно местечко. Заодно заехать за кустом. Куст нам нужен. Ну, имеется в виду на агроферму. Новый подарить. Вот. Посмотрим завтра, что будет. Вечером баня обещается. Сейчас посмотрим. Так, лазим. Люба сейчас молодец. Потом покажу, подходил, показывал. Полкопейки 28-го года. Вроде как редкая монета. Парень приехал, грибник. Грибов здесь что-то пока не видно. Кроме атаки. Красавчиков. Смотрите, какой. Прям как с картиночки. Ладно, здесь под елками более-менее. Дожди прям идут каскадами, тучи. Валят одна за другой. Хотя бы советы. Нет, не снимал, сейчас снимем. Так, у меня традиционный нечищенный квадрат из посадок. Сейчас покажу. Что тут у тебя было? Вот. Самое важное и ценное. Я ведь нашло недалеко от того места, где ты троек пойдет. Да естественно, тут все рядом. Опа! 28-го года. Вот как редко. Ну, достаточно. Относительно, да. Ха, интересно. Правильно, да, ходил. Парень ходил, нет грибов. Подошел к машине, начал грибы собирать. Вот где я мухомор снимал. Вот, у меня сигнал. О. Вот этот. А что там? Ладно. Ну, короче, мушка 24-го года. А я их не вижу. А вон этот мухомор. Они вокруг. Цирк. Да, я, конечно, клоун слепошарый. Вообще грибов не вижу. Лазил на карачках возле этого мухомора. Гнутый совет у нас. Гнутый пятак. Пятак? Да. Вот пресса. Что-то он и не зачищается, но он... Подокислился. Ну, до первой реформы не видно. Вот до реформы какая-то, но... 30-й какой-нибудь. То, что вот так шваркнул. Кто-то и вот так. С этой стороны красивенький такой. С орлом. А то он, по-моему, видимо, орлом. С орлом, да, точно. Ладно. Телефон у тебя. Так, у нас сигнал и грибок. Грибок она убрала. Уже. Новая монетка. Вот. Трюндель. Алло. Так. Сигнальчик был. Медненький. Я сегодня 24-го по годовочке собираю. Может, откиснет. 5 там тучи какие-то к нам прилетели. Но пока не накрыли. Вообще не ожидал, что что-нибудь найдем с ним. Так, поехали побродить, да посмотреть в спашку на чудо-полет. В нее лицом вечно влетаешь, там все чешется. Я про паутину. Следующая находочка. 36-й что? Рамка что? А. Квадрат. И под березовик. Ну, где? Он красивый. А, вижу. Снимаю. Птица какая. Не знаю, брать возьми носу.
Мне и так уже и белые, и лисички. Ну и под березы позволю. О, такой красавчик выскочил. Птицы слышали, начали петь. Возможно, что дождя уже не будет. Радует. Короче, здесь Люба только что белый грибок нашла. Вот тут прям. Я мимо прохожу под ним. Блин, что у меня с фокусом-то опять начинается? Душечка. 31-й годик. Забираем. Солнце вылезло. И монета вместе с ней. С ним. У нас... Балкон, ну да. 34-й год. Ну, столько ранний совет в основном. Вон, не успели от ямки отойти. Щитовичок. Грибники сейчас идут, семья. Мужик и две женщины. А? Ага. Ой, говорит, а что вы здесь ищете? Я говорю, монеты собираем. Только здесь их быть не может. Я говорю, ну как не может? Я говорю, если люди ходили, а они ходили. Они его сажали, посадку. Говорю, наверняка что-то теряли. Интересно, говорит. Я говорю, ну. Нам самим интересно. Ну какое дерево тройное. Идем сгружать грибы. Короче, у нас второй выезд по советам. Ну, тоже, что, душу отводишь. Рамши, да? 355, то ли 35. Что-то какой-то ушорканный. Сверху. Оп! Забираем! ТХ. Вот из-под такого чудесного корешочка пальцами выколупал монету. Пятнашку в квадрате. Чего ты говоришь? О, тоже сигнал. Прогуляемся с вами по лесу. По-чудесному, что дождичка. Воздух свежий. Грибники ходят, ни хрена не видят под своими ногами. Но белые тоже хитрожопые, они все под листвой, они маленькие еще. 31-й. Ранний. Отлично. Что-то здесь все такие зашморганные, наверное. Интересно, интересно. Скажи. Короче, они все грибочки прячутся, прячутся, их не видно. Мы же ходим медленно. Даже не желая того, их замечаем. Ха. Ну хорошо, опять суп сварим. Из тех забабахали из прошлого видео вовных. Картошки пожарили с грибами. И ямочки обязательно закапываем. Чтобы ноги люди не ломали, и звери в первую очередь. Вот, суп сварили грибной вкусный. Ну и сегодня, наверное, супчик ждет нас. Красота. Друзья, порой я говорю, что только не попадается. Так прикольно иногда. Вот что, спрашивается, в лесу делает ложечка для горчицы целая. Зачем она? Обычные ложки, понятно, вилки. Я даже половник допускаю. Не знаю, там кашеварили. Вот это что тут делает? Не знаю. И пробки водочные кругом. Водочки хлоп, горчичкой закусил, ложечкой. И дальше пошел. Целое. Забираем. Вообще неожиданная находка для этого леса, в общем-то, в принципе. Оп. Сейчас фокус поймаем. Блин. Странно. Что странно? Пуга-гирька. Замученная жизнью, но с ушком. Интересная сопуточка. Что она здесь делает? Не знаю. Интересно, примерно с этих мест начинается уже ярко выраженная посадка. А здесь так себе. Вот такие штуки выскакивают. Кусочек. Ну, почти что целый, да, мирного гребня. Там что?
тут фольга, господи. Фольга? Ага. Вон. Так. Видимо, и позднятинг здесь попадается. Это рядом с гребнем. Сейчас попробуем прочитать вместе с вами. 79-й годик. Сейчас вам муравейник покажу. Вот дошел я до муравейничка, сейчас покажу. Трудится. В трудах все правильно. Еще спатеньки не легли. Сейчас посмотрим, какие муравьишки. Я ни хрена не вижу, я слепой. Обычный. Нет. С черной жопкой. С красным тельцем. Такой вот муравейник. Ладно, я здесь долго стоять не буду, а то сейчас они пойдут по мне гулять. Вот, не хотелось бы. Пусть занимаются своими делами. А мы идем дальше. Очередной мухоморчик. Был, да? Кто, белый? Понятно. Ну да, блин, такой толпой прошли. Оп. Пятачок. 31-й год. Почему-то они здесь какие-то вот в таком налете непонятном. В этом грунте. Вроде очищаются. Народ, смотрите. Ехали сейчас домой. Что-то никогда сюда не сворачивали. Решили свернуть. Тут заброшенный карьер. Смотрите, как прикольно. Я на карте ты увидел старый сосновник, и здесь по картам вот так вот и внутрь шел граница наделов по Минде. А здесь заброшенные карьеры. Здесь навряд ли, конечно, что-то будет. Но красота охренительная. Сейчас чисто ради разведки проскочим, вот здесь посмотрим, будет что-то, нет? Ради интереса. Итак, сегодня находились. Прибыли домой, сейчас пойдем в баню. А для вас наступит утро.